Первая ночь в Лазаревском. Вот мы идем все вместе. Еще не все, ну ладно. Это что? Как мы танцуем? Это какая-то что-то непонятная вещь. Я ничего не вижу. А эти люди не танцуют. Ну вы вчера у меня спрашивали. 6 утра, ребят. Мы собрались в бусе просто прошвырнуться к морю. Ну, не купаться, ничего не плавать. По берегу. Пройтись. Я тут вообще не крашусь, видите. Немножко уже подзагорела. Хотя 2 дня прошло. Ногти я дома стерла, чтобы это в воде морской, короче говоря, ну там укреплялись. Хожу опухшая, отекшая. Депрессия от того, что нет весов, и я не могу контролировать свой вес. Я бы уж, наверное, на голоде сидела, но просто это... Я же плаваю, как дельфин, целыми днями. Как бы это фигово, типа, не стало. Сейчас немножко покажу свой двор. Вот я сейчас сижу, ну, то, что вам снимала, и вижу вот это. Вижу вот это. Вот это вот дерево. Хурма. Короче, сейчас пройду. Видите, падает. Вон там вон 2 такие штуки больших лежат. Но вон там. Ну, короче, она постоянно падает. Единственное, боюсь, чтобы на бушку не шибануло. Кстати, не пробовала я, почему ее положила, она такая мягкая. Надо будет потом попробовать. Ну, сейчас. Вот эти мои окна. Ну, так вот, я уже дверь закрыла, потому что мусор сейчас выброшу. Там тоже двор. Туда вот вниз спускаться надо по лестнице. Короче, убиться можно. Потом полную версию сниму. Тут есть собака Плюша. Один раз даже с Бусинкой они поиграли. Да, Бусинка? Он. Плюша, Плюша. А вчера что-то Плюша на Бусю рычала. Не хочет уже дружить. Один день только нормально был. Бусь, пошли. Ну, короче, вот так. Сейчас покурю, пойдем по берегу походим. Гулять будем. Жара вчера под 40 стояла, поэтому сейчас 6 утра, вроде нормально. Надо Буську прогулять.